Друзья, всем привет, с вами Максим. Многие, наверное, видели у меня на канале, у меня были попытки сделать 50 выходов за менее чем 4 минуты. Уже было две неудачные попытки, к сожалению. В первой попытке не успел там буквально одно повторение, во второй немножко еще хуже. Вот, несмотря на то, что я тогда отдыхал специально перед этим. В общем, у меня не вышло. Сегодня я пришел на тренировку, вообще не рассчитывал, что у меня что-то получится нормально. Но на всякий случай включил камеру и решил просто держать темп, который необходим для того, чтобы вот уложиться в эти 4 минуты. Хотел максимально долго продержать именно вот этот необходимый темп. И на удивление у меня получилось, и я очень доволен. Несмотря на то, что вчера у меня была жесткая тренировка, вот такая, короче, интересная вещь, этот организм. Когда ты отдыхаешь, готовишься, там специально восстанавливаешься, чувствуешь себя замечательно, и у тебя не получается. Иногда ты приходишь как тряпка, вялый какой-то, и вот так вот. И вроде и хватило сил, и вполне себе. Единственное, что, конечно, техника немножко пострадала, где-то там немножко там рывки были, где-то отдыхал там на этом прикладе, но тем не менее 50 выходов за 4 минуты, я считаю, это круто. Ну, то есть я очень доволен. Цель — это 50 год сет. Да, вы уже, наверное, видели там видосики, там еще, если еще не вышел второй отчет, у меня будет второй отчет, какие-то более-менее успехи. Вот, надо попытаться за теплый период, ну, где-то еще месяц я ожидаю теплой погоды, попытаться приблизиться, ну, в идеале сделать этот год сет. Посмотрите, как, что у меня вышло из того, что я сегодня сделал, и всем спасибо за то, что меня поддерживали, кто верил в меня. Это круто, я считаю. Вот. Всем хорошего настроения. Пока, до встречи. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma keeps up with me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.